сеть попали фото со свадьбы Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой. Подруга артистов опубликовала архивные семейные снимки. Минус 15 марта. Этот день отмечен двумя очень интересными свадьбами. В 1964 году в этот день поженились кинозвезды Элизабет Тейлор и Ричард Бартон. А через 30 лет в России состоялась не менее интересная свадьба. В Санкт-Петербурге во дворце бракосочетание на набережной Красного флота, теперь Английская набережная, зарегистрировали свой брак Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Хотя 13 января 1994 они уже сыграли свадьбу в Москве, но мэр нашего города Анатолий Александрович Собчак зарегистрировал их брак в Санкт-Петербурге. Я тоже вышла замуж в этом легендарном дворце бракосочетания на один, хоть это было в 2007 году. Там по-прежнему все сотрудники с придыханием и гордостью вспоминали свадьбу Аллы и Филиппа. Я написала в своем инстаграме радиоведущая подруга Киркорова Алла Довлатова, выложив редкие кадры со свадьбы Филиппа и Аллы. Довлатова разместила в своем блоге фото счастливой пары с Анатолием Собчаком и Людмилой Нарусовой. Мне кажется, Филипп до сих пор любит Аллу Борисовну. Я видела его шуля. На мой взгляд, это была кровоточащая рана обнаженного сердца от любви, рассказала кап и мама Ксении Собчак Людмила Нарусова. Я знала Филиппа, когда ему было 14 лет. Мы давно знакомы с его отцом Бедросом, который часто выступал в Санкт-Петербурге. А потом, как вы помните, именно мой муж Анатолий Собчак зарегистрировал в Петербурге брак Киркоровой и Пугачевой. Напомним, Филипп Киркоров и Алла Пугачева развелись в начале нулевых. По словам Киркорова, они сами мечтали об общих детях, но не сложилось. Естественно, любая семья ждет и хочет ребенка. Но мы же не артисты. Порой не то чтобы за ребенком времени не хватает следить. На себя нет времени. Как вы себе это представляете? Пугачёва занимается пеленками, стирками, глажками. Думаете, я мог бы ей это позволить? Принести себя в жертву, как мой отец в свое время, я тоже не мог. Делился с Капой Киркоров. Как рассказывает король российской поп-сцены, в разводе он винит только себя. Актерская доля,
невозможность сочетать работу и жизнь. Из-за этого у меня и возникали проблемы в отношениях. К сожалению, Али, этой великолепной женщине я не уделял столько внимания, сколько она действительно достойна. Это наложило отпечаток на отношения и на семью. Артистическая профессия жестока. Все время чем ты жертвуешь, признавался комсомолке Филипп Киркоров. Я, к сожалению, не смог принести себя в жертву семейной идиллии, быть внимательным супругом. Видимо, я сам виноват в этом разводе. Это, собственно, и заставило пересмотреть наши с Аллой отношения, которые сейчас дружески, родственные, ближе к человеку, чем она, у меня в жизни нет и не будет. Читайте также. Киркоров о браке с Пугачёвой. Мы не планировали жениться. Народный артист накануне 50-летия стал гостем программы Андрея Малахова сегодня вечером. В студии оказалась и женщина, которая повлияла на судьбу певца. Мама Ксении Собчак Людмила Нарусова поведала, как уговорила Киркорова Пугачёву расписаться в Санкт-Петербурге. Брак звезд оформил тогдашний мэр Питера Анатолий Собчак. Подробности. Читайте также. Киркоров о браке с Пугачёвой. Мы не планировали жениться. Народный артист накануне 50-летия стал гостем программы Андрея Малахова сегодня вечером. В студии оказалась и женщина, которая повлияла на судьбу певца. Мама Ксении Собчак Людмила Нарусова поведала, как уговорила Киркорова Пугачёву расписаться в Санкт-Петербурге. Брак звезд оформил тогдашний мэр Питера Анатолий Собчак. Подробности.